перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Здорово, всем привет, господа, товарищи, девчата, мальчики, мужчины, бабушки, дедушки. Чё, как день, как жизнь, что делаете? Я вот тут завтра готовлю, блядь. Думаю, надо пожарить. Алтай, где сюда? Пермь, привет. Всем привет большой. И что, собственно, хотел с вами поговорить и заодно кое-что сказать вам. Сейчас на меня многие всякие там разные неприятные личности моду взяли снимать всякие видео, про меня гадости говорить. Вот. А, я все понимаю, как бы, да. Хайп, он такой вещь. Всем надо на нем зарабатывать. Вот. Я жарю яичницу, блин. И яичница. Какие-то мелкие яйца пошли, блин. Вот. Короче, я все понимаю, но мне кажется, вам не стоит, моим подписчикам, обращать внимание на всякую такую дичь, как говорит Рома Жиган, на всякую чесотку. Ну вот. Меня можно, пожалуйста, троллить, говорить, что хотите там. В принципе, от меня не убудет. Таким я не стану от ваших здоровых таких разговоров. Вот. Спасибо большое. Вам на душе, братан. Усинск, привет большой тоже. Уфу трек вышел, я не знаю, я не слушал, но вы сами понимаете, что я не буду это слушать. Вот мне это как бы не очень интересно. Да никто это такой, просто какой-то парень, у которого с головой проблемы. Вот, не обращайте внимания. Да, на биф я пойду, конечно, схожу. Я совершенно спокоен, у меня все хорошо. Хочу вам об этом сообщить, друзья мои, что у меня все отлично. Что там нормально, мы слушаем. От души спасибо большое. Да, я видел, конечно, не маги, но как бы, блин, что там говорить. Ну, людям как бы, это их хлеб. Вот, они там, они не могут снять какой-то блок. Вот. Добрый, позитивный, чтобы он зашел, понимаете, они могут только вот так. Ну, главное, чтобы они этим хлебом не подавились. Поехали все-таки ночью. Сегодня, что ли, ночью, Рон? Сегодня ночью не вариант. Вот, Ланки нету, она прилетит только завтра. Приедет только завтра. Вот, вечером. А я без нее не поеду. Это чревато для меня. Меня побьет, она поругает. И так далее. Ты же сам знаешь прекрасно. Такие моменты. Ланчевский, да, заеду сегодня в студийку. Буду, конечно, буду ночью там. У меня остался один куплет до окончания альбома. Обе сейчас находятся, насколько я знаю, под следствием. Ну и как вы сами понимаете, если кто-нибудь на него нападет, в этом обвинят меня, и под следствием окажусь я. Вот, я надеюсь, просто, что его не посадят. Хоть он там и орёт, что я пытаюсь, чтобы его посадили сделать. Но мне это крайне невыгодно. Вот. Гриша, полное ТВ. Нормально. Спасибо большое. Вам тоже всего самого наилучшего. Сейчас колбасы пожарим. А ты будешь жарить на колбасу, Паш? Да. У меня тут брат двоюродный, малой приехал. Вот. С Харькова, кстати. Канишовки, привет. Волкосоп, отлично. Вот мы так живем, смотрите, короче, видите.
зоопарк. Зоопарк в нашем доме. По поводу альбома. Да, заезжай, конечно. А по поводу альбома. Остался один куплет. На совместный трек с... Да, ее именно. На совместный трек с... А, два куплета. Один я написал, мне надо записать его только. Это со Стафом, Стаф 63, вот. И с Геопикой. Ну вот. Кость, для тебя работает он всегда. Вот, и с Геопикой у нас еще трек был. Торчелло получился мощный, мощный. Блин, не смотрел, не знаю. Пока не могу ничего сказать, надо сейчас залезть еще посмотреть. Вот так вот. Я научился переворачивать колбасу. Зоопарк, приветствую вас. Приветствую всех. Муравью. Ну, вот. Мой папе дали реально меня увидеть. В рабочие дни приходите. 26 числа, кстати. Папа, побухаем, с вами посидим, пообщаемся. Вот, это будет весело, я думаю. Пиво на разлив, да, есть. У нас пиво на разлив есть. У нас пиво Туборг и Карлсберг. Карлсберг. Тяжело это выговорить. По причинам моей шепелявости. Мне тяжело такие слова выговорить. Карлсберг. Да, с Пикой будет пушка, просто вообще огонь. Пика прям... его никто не ожидает увидеть в таком амплуа. Крутой поэт. На Украину не поеду, с тура меня там убьют. Я, конечно, блин, смелый парень, но и отчаянный, но не настолько же, блин. Нормально я готовлю. Ты мою еду не оскорбляй. С Русланом Черным не знаю, может быть. Познакомился с Русланом Черным. Мне очень понравился этот парень. Он красавчик. Красавчик. Очень хороший человек. С честным нет. Да нет, вроде не намечался у нас с честным трека. Куплет. Вот как раз с Пика еще не сделал куплет. Еще пока не успел. Последний остался куплет. Припев я сделал тогда, а этот такого. Приятного. Спасибо большое. Шоком иногда, да, общаемся. Редко, правда. Но иногда общаемся. Руслан Черный, а не Руслан Белый. Это разные люди. И... Чего ты ищешь? Соль это меня, где соль? Он там внизу. Он там внизу, посмотри. Вот. Субботу, да, я знаю, а это прям будет около моего дома. Кстати, 19 числа у Пика Струднем выступает в клубе Изи, который находится на Басманном переулке. Вот, приходите, ну вот, посмотрите на пацанов. Ой, я думаю, вам понравится, это охуенный рэп. Разнес хату уже, чем мы будем осенью делать, ой, весной, наверное, в конце весны ремонт. Поэтому то, что он там. Ну что, все уже ушли? Все уже ушли. Короче, люди, я вам желаю хорошего дня. Слышь, Денис Бурков, Мусорской, это ты, черт ты ебаный, блядь. Вот, я никогда никого заявления не писал, никого не сдавал, блядь. А чтобы стать Мусорским, надо, блядь, написать заявление. Так тебе на будущее. А если ты не шаришь, блядь, как это работает, не пизди, блядь, проститутка, блядь. Вот так. Шерсть ебаная. Брест, ты ему от меня привет закинь. Может, он узнает как раз, куда он там уедет, бля. Привет передадим, бля. Выйдем в эфир. Нет, в эфир я не выйдем. Так. Я готовил яичницу с колбасой жареной. Вот.
это нет, обе не закрыли, что странно, конечно. Вообще хорошо, что его не закрывают. Когда люди ходят до сюда, есть варик, что они туда не сядут. Вот. Я надеюсь, что он не сядет. Убиван, ты, конечно, уебок. Ебаный, блядь. Вот. И пиздобол, блядь, который меня обвиняет в том, что типа я его сдал, там что-то еще, какую-то хуйню несет. Если бы я тебя сдал, я тебе скажу так. Ты бы сидел нахуй. Если бы, блядь, я написал на тебя заяву, блядь, ты бы сидел, блядь, нахуй. Если бы, блядь, ты дебил и не выложил бы видео, ничего бы не было бы с тобой, все было бы хорошо. Никто бы тебя не посадил никуда. Вот. И учитывая, как тебя приняли, с чем тебя приняли и, блядь, сколько тебя там припиздячили, вот, я удивляюсь, что тебя вообще, в принципе, выпустили под подписку. Тут возникает вопрос, а не сука ли ты? Ну вот реально, как бы я не могу утверждать. Вот. Но вопрос возникает, как так? Человек принимает, блядь, там 10 статей, тебе там еще, блядь, банешься, принимает все на хате, куча травы, и выпускает подписку. А не сука ли ты? Не работал ли ты случайно? Я слышал, что ты не очень порядочный парень в этом отношении. Давным-давно, но не верил в это. А здесь возникает вопрос, может, ты, блядь, сдавал людей, может, ты в этот раз тоже кого-нибудь сдал. Как так получилось-то, блядь? Вот, ладно, всем хорошего дня. Обик, неси хуйню, что я хочу, чтобы тебя посадили. Мне очень нужен ты здесь, вот. Потому что у нас с тобой есть незакрытый вопрос, и нам надо закрыть. Ну, конечно, после следствия, потому что до этого лучше нам обоим с тобой не дергаться, ты это понимаешь. Вот. Всем вам хорошего настроения. Да нет у него масти никакой, блядь. Шерсть он, блядь. Вот. Что там в понедельник? Мойша, все нормально в понедельник. И так. Вот. Я бы очень хотел бы найти этих двух, Романа и Льва. У меня к ним есть вопросы. Вот, они героями были, когда бежали за мной, стреляли в меня и оскорбляли меня. Вот что-то пока нет. Я гуфовский трек новый не слышал, поэтому ничего не могу вам сказать. Вот. Да, с Романом, который был с Оби. Тру и тру будет, да, мы начнем скоро запускаться. У нас будет даже, наверное, какой-то этот... Блять, как его... Даже, может, какая-то финансовая будет база такая для того, чтобы, как сказать, он приз был денежный. Вот. Плюс ко всему, смотрите за информацией на Loft Cao Pub. Можете именно Loft Cao Pub в инстаграме Loft, нижнее подчеркивание, Cao, нижнее подчеркивание, Pub. Смотрите там за афишами, потому что у нас скоро будут турниры по Соньке, короче, на этот, как его. Роман, базарит бабки на базаре, дуренька. Вот, этот, как его, по футболу, по FIFA 2019, по Mortal Kombat и по NBA. Вот, смотрите, приходите, играйте, будем денежку, будет входной, короче, будет, как это все будет организовано, это будет сделано очень просто. Каждый человек, кто придет, будет скидываться баблом, вот, ну, то есть вход будет платный. Вход будет платный, и, короче, этот, как его, и все бабки вот эти вот, которые будут собираться со входа, будут отдаваться победителю. Примерно так, ну, около того. Все, мир вашему дому, счастья вам, всего хорошего, Израилю шалом, пока.